Что такое RTT? RTT – это Rapid Transformational Therapy, быстрая трансформационная терапия. Называется быстрая, потому что мы быстро расслабляемся. Просто расслабляемся. И, закрыв глаза, вслушиваемся в собственное бессознательное. Вслушиваясь в собственное бессознательное, мы находим в нем ограничивающие убеждения и работаем с ними. Представлять себе сеанс. Вы сидите удобно, желательно со спинкой. Кресло должно быть или кровать, или диван, неважно. Так, чтобы вам было удобно. И чтобы вас не отвлекали, чтобы вам не мешали. Также очень важно, чтобы ваше интернетное соединение стабильное было. И важно также, чтобы ваш телефон, планшет, компьютер были подключены к энергопитанию. У вас должно быть 2 часа свободного времени. Как проходит сеанс? Я прошу вас закрыть глаза и расслабиться. Я приглашаю вас представить себе, что вы спускаетесь по лестнице, по ступенькам вниз. И я сопровождаю вас своим голосом. Предлагаю вам сделать глубокий вдох, выдох и расслабиться. И когда вы доходите до первой ступеньки, вы находитесь в полном расслабленном состоянии. Это приятное состояние, которое вы полностью контролируете. Если вам что-либо кажется некомфортным и вы хотите открыть глаза, вы можете сделать это в любой момент. Хотя я говорю, что ваши глаза слеплены, склеены. Это один из приемов для более легкого расслабления. Во второй части сеанса я предлагаю вам вспомнить по очереди 3 ситуации из вашего прошлого, которые связаны с темой сеанса. В дальнейшей части сеанса мы прорабатываем с вами эти сцены. В заключительной части сеанса вы сидите просто расслабленно и слушаете вашу трансформационную запись, которую я вам впоследствии присылаю по имейлу. Как представлять себе, что это за запись, вы можете посмотреть, у меня есть на сайте бесплатная запись для расслабления. Там также ступеньки вниз, расслабление и приятные фразы, которые вкладываются в вашем бессознательном. Если вы будете слушать эту запись регулярно, как минимум в течение 3 недель, то ваше бессознательное впитает эти фразы, и это уже будут ваши собственные убеждения, которые будут помогать вам в жизни. Групповые сеансы отличаются от индивидуальных тем, что я не разговариваю с вами лично в групповых сеансах. В групповых я задаю общие вопросы и предлагаю вам вслушаться в себя. Я даю достаточно времени для того, чтобы вы смогли проанализировать свои эмоции, ваше состояние. И дальше мы следуем шаг за шагом. Я бережно веду вас к вашей трансформации. В индивидуальных сеансах, соответственно, я вам задаю вопросы и получаю от вас ответы. Групповые сеансы – это как лайт-версия для вас попробовать ощутить, что такое RTT. Все темы, которые можно использовать в групповых сеансах, конечно, можно также прорабатывать и индивидуально.